сегодня мы представляем вашему вниманию матч двух сборных, которые умеют играть в красивый футбол. Что еще нужно для того, чтобы хорошо провести вечер? Действительно, еще надо, чтобы они показали матч, соответствующий своему статусу. Но тут, я уверен, проблем быть не должно. Все матчи между этими командами – шедевр. Уникальной особенностью этого стадиона является то, что он оборудован солнечными батареями для выработки электроэнергии на собственный обогрев и снабжение горячей воды. Да, и при проектировании Ювентус Стадиум вообще был сделан большой упор на экологичность. Создатели этого ультрасовременного сооружения заложили даже систему повторного использования дождевой воды. Игра началась, смотрим. И мы видим состав. Чиро и Мобили. Опасно как! И это момент! Гол! Вот это по-нашему, по-бразильски. Больше ударов красивых и разных. Минуточку, Георгий, а с каких-то пор по-бразильски это по-нашему? Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Один ноль в нашей игре. Поль Погба! Относительно легкий мяч для вратаря. Судья показывает, что будет угловой. Поль Погба! Чуть не доигрались в этом эпизоде защитники. Будь удар немного точнее, игра бы продолжилась с центра поля. Да, безусловно, такими моментами нужно дорожить. Он накручивает соперников одного за другим. Антонио Кондрева. Опасно! Гол! Второй его гол в сегодняшнем матче. Явный претендент на звание лучшего игрока встречи. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Итак, первые 45 минут товарищеского матча позади. Когда встречаются сборные, не всегда можно увидеть хороший футбол, но сегодня игра вполне интересная. Да, и мы отметили для себя некоторые интересные детали и нюансы, связанные с этими командами, и я с тобой соглашусь, действительно, игра смотрится очень неплохо. Возобновляется игра на Ювентус Стадиум. Прекрасный пас, опасно! Антуан Гризман! Обилась хорошей ведь позиции, но тут сырая трава сыграла за соперника. Скользкий газон и неудобно бить, и опасно даже моментами. Можно в итоге и травму получить. Антуан Гризман. Эвра. Точная подача, что Алекс транзитом через перекладину мяч влетает все-таки в сетку. Удар, перекладина и гол. Мяч прошел на недоступную для вратаря высоту.
Все произошло настолько быстро, что оставалось только смотреть за траекторией мяча. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Отличный чистый отбор. Антонио Кондрево. Какой удар! Невероятное спасение! Просто здорово сейчас защитник сыграл. Неплохой товарищеский матч мы сегодня посмотрели. Победа с разницей в один мяч говорит о напряженной борьбе. Да, действительно, у победившей команды сегодня просто лучше получалось с реализацией моментов. Я думаю, что тренер будет доволен сегодняшним результатом. Сегодня на кону было нечто большее, чем просто 3 очка. Это же дерби. Да, к игре тщательно готовились обе команды. Так что для победителей сегодняшняя победа станет мощнейшим зарядом энергии.